Доклад альфа-команды руководству Apollo Engineering. Наши процессы по ловле животных и их приручению начался с успехом 100%, не считая мелких инцидентов. Также мы воспроизводим инкубирование и некоторые секретные исследования. Готовы сегодня вам представить на первый взгляд три элемента, которые очень интересны для исследований. Также один элемент будет представлен вам черный ютораптор, которого мы пытаемся приручить. Первый элемент – стегозавр. Чтобы поймать его, нам понадобилась огромная куча времени и транквилизаторов. Но нам удалось его доставить на нашу станцию. Как оказалось, это была самка, будучи беременной. Также мы покажем ее дитя. Но он родился очень слабым. Под начало эксперимента он погибнет. Представляю руководству дитя стегозавра. К сожалению, элемент родился слабым. И мы не сможем провести уже над ним опыты. Но его тело будет пропитанием для другого, более важного хищника для нас. Как мы видим, дитя элемента мертво. Выпускайте элемент номер два. Элемент номер два, ютораптор. Быстрый, хитрый, умный, сильный. Три особи данного вида имеются у нас в клетках. Этот элемент, Джуф, особой опасности не представляет. Как видите, один из ученых стоит в центре событий. Повторюсь, для данного элемента у нас есть особое предназначение. Элемент номер три. Карнотавр. Рогатый дьявол. Сильное животное на острове. Чтобы его поймать, нам пришлось уничтожить детенышей элемента номер два и сделать приманки. Для него в исследованиях также будет предназначение. Также нашему руководству я хочу доложить, что мы действуем согласно секретной директиве номер 7. Секретная разработка Apollo Engineering элемента номер 2 и директиву номер 7 будут показаны со следующим выходом на связь с управлением. Конец связи.